Справедливая Россия давно предлагает ввести налог на роскошь. У нас есть разработанные свои предложения по этому поводу, свой законопроект. Мы считаем, что нужно перенести налоговое бремя с производства на потребление, потому что у нас очень высокий НДС, скажем, на предприятие. Это не дает возможности им эффективно развиваться, развивать экономику. На потребление перенести налоговое бремя, но причем на потребление, естественно, богатых людей. С бедных что бедных? С бедных ничего и не возьмешь. Поэтому налог на роскошь, введенный, ну, скажем, в адекватных размерах, вполне мог бы решить некоторые наши налоговые проблемы, в том числе и облегчить бремя для производителей.